Меня зовут Насим, мне 29 лет. Вы не могли бы нам рассказать, как вы узнали о восстановительном правосудии? Это встреча пострадавших и заключенных. Все верно. Мы должны предложить этим людям то, что им до сих пор никто не предлагал. Мы не должны говорить вместо них, не должны давать указаний. Только слушать. Слушать сердцем и безоговорочно принимать. Я хочу увидеть брата. Я боюсь с ним случайно встретиться. Я хочу его увидеть, чтобы точно не встретиться случайно. На меня напали в супермаркете, где я работала. Вы должны знать, что происходит с людьми после того, что вы сделали. Мне 25 лет, и я ограбил мини-маркет. Я провел свою жизнь в мире наркотиков. 25 лет я мотаюсь туда-сюда между тюрьмой и волей. Я не такой, как прежде. Моя жизнь изменилась. И что говорить, раньше она была лучше. Вы его боитесь? Но что конкретно вас пугает? За каждым нападением больше, чем одна жертва. Есть и другие жертвы. Их семьи. Любимые люди. Нужно дать пару затрещин, чтобы их напугать. Значит, вы их бьете. Я вообще не припомню, чтобы что-то решал в своей жизни. Скажи прямо, без этих дебильных оправданий! Ты его не готовишь! Ты меня готовишь! Почти год я копаюсь, как последняя дура в этом дерьме! Если дать им возможность подумать, они начнут думать, а не повторять вам то, что привыкли говорить всем, и скрывать то, что всегда скрывают. Я не понимаю, откуда берется жестокость? Наша цель – помочь им договориться. Я всегда буду помнить ваши лица. Я потеряла брата, подав жалобу. И мне от этого больно. Я обожала брата. Он старший брат.